Тогда работали прилично. За месяц где-то $1000, не меньше. Даже больше, но не меньше. Тогда курс, по-моему, 30 тысяч, да, российские. А сейчас двойнее, меньше стало. Правда, 60, да, по-моему, где-то так, минус плюс. И сейчас вот мало зарплат дают. И за это не стоит. И тогда, и сейчас разницы нету. И на курево идет, и на телефон, и различные там расходы есть. Если эти расходы еще минусовать, там ничего не останется. Лучше тут оставаться со своей семьей, как бы выкрутиться. Сейчас я не знаю, уже 3 года мне не был там. Ну, ребята рассказывают. Тоже мало, слишком мало. Сейчас в среднем один рабочий получает, допустим, где-то 40-45 тысяч российских. Там, если минусовать, допустим, за квартиру, и вот там, ну, расходы же бывают. Где-то 10 тысяч, там остается 30-35 тысяч. То есть этим, 2 раза где-то меньше, да? Конечно, дальше. Еще больше, чем 2 раза. Еще больше. Старше меня, уже они не въезжают, и возраст свой говорит. А те, кто вот вообще ничего не видели в Армении, и работы нет, молодежь, им выгодно где-то въезжать, потому что один, хоть как он себе там содержит. Если семью сможет помочь, поможет, хоть чуть-чуть, а сам себе сможет содержать. А так семьи не так уж стараются въезжать. Возможно, что неделю будем дома сидеть. Но я не буду дома сидеть. У меня огород есть, виноградный сад, выращиваем. То есть хочу сказать, что без работы не сидим мы. А если поставим цели, месяц будем работать, ну это приличные деньги будет. И не стоит мне ехать.